От совхозного информбюро. Дорогие друзья, от имени коллектива совхоза Ленина позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого доброго. С Новым годом! Дорогие земляки, дорогие жители Российской Федерации, я думаю, что этот год, прошедший год, был ознаменован многими очень известными политическими событиями, но, к сожалению, не принес облегчения простым людям. Я хочу пожелать вам, чтобы в 2019 году власть наконец опомнилась и стала думать о простых гражданах, о трудящихся, о матерях, о пенсионерах, чтобы она поняла, что главное не быть богатыми, а главное, чтобы в стране не было бедных. Я хочу пожелать вам, чтобы вы были здоровы, чтобы в ваш дом пришло счастье, чтобы вы знали о том, что не только близкие заботятся о вас, но еще и государство думает так, чтобы все вы были действительно успешными гражданами. Я хочу пожелать вам, чтобы вы не забывали, что есть совхоз имени Ленина, который всегда готов принять гостей и всегда будет делать так, чтобы наши любимые соотечественники обладали самыми лучшими продуктами на земле, самыми экологически чистыми, что мы работаем ради вас. Спасибо вам большое. С Новым годом!